Хоть поебался перед смертью, нахуй. Да, хорошо мочится. Дживс, есть у кого-то не на КД? Возле черепа поставлю. Не, возле печеньки. Угу. Благодарствую. Так, Малекет, Ретрик. О, что, прости есть? Сумоним. Прости, здесь. Почему такое чувство, что некоторые люди чем раз, тем хуже начинают играть с каждым рейдом, блядь? Нет, нельзя. Кто, например? Шейпер, блядь. В прошлый раз не умирал, тут взял умер. Из-за того, что Алиса, блядь, не могла нормально постоять на этом. На платформе. Ты умер хотя бы на второй фазе в прошлый раз, сколько я помню. На АФК. Здорово. 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 Малекет спекнулся? Отлично. Че, Малекет, как тебе Т5? Меня хорошо слышно? Да. Все меня очень хорошо. Теперь у меня вопрос ко всем. Вы чем слушаете? Жопой? Для тех, кто, блядь, косячит на изейшем боссе. На котором, блядь, были 100 раз, нахуй. Ну, фигурально выражаясь, 100 раз. Мы его убивали, блядь, все нормально делали. В чем, блядь, у нас сейчас проблема? А? Олесь, что за хуйня с твоей стороны? Ты разучилась танчить наверху? Она вообще в дискорде? А, у нее мут. И Тёма мут раздал. Я снял мут. Разучилась? Чек на готовность. Босс уже тут. Клыкач, Зоил. Счет на пол. А его достанут? Уже нет, по-моему. На пол и Винар дали, Геру дали.
по Фениксу играете? РДД, что, блядь, с вами случилось? Почему Феникс еще жив, блядь? Писькомеры врубились? Письками будете на сурке этот, нахуй, мериться. Император, почему у тебя в уголь нахуй 200 тонн дамага? Вниз. Слишком далеко. Я не могу атаковать эту цель. Ну рано, на этого сольем, дальше ход. Следующих доводим. Стопнули. Феникса не подбегаем. С огненной перья будет. Печеньки ушли. Стоп, доводим. Стопните. Вы, блядь, не видите или чё?
Блять, квадрат. Не повезло, нахуй. Микстурку прохил. Тут танков нет. Так, подожду там. А чё, тут танка не должно быть? А потому что все два танка на левой стороне какого-то хуя, блядь. Почему? Потому что он на левой стороне и был с левой стороны, спрыгнул. Что? Ты нажми таунт, что ли, кто там танчит, чтобы он не кастовал удар пламени, талон. Он так и будет кастовать. Мы сейчас просто ляжем. Минус один. Легли. Да подожди, БР вроде есть. Легли. Блядь. Чё раз повторяю, чё, блядь, жопой слушаем или чё? После огненных перьев один танк фристу, один танк в квадрате. Добежать с квадрата сомалийский легко до трусов. Вы, блядь, тратите свое время. Чья бы корова мычала, Алиса? Диван снял, мас лез. Теперь слышишь, Алиса? Не слышит, пока не перезайдет. Перекур пошел. Наконец-то. Император, ты какого хуя, блядь, не бил ёбаных углей? Так я когда бил. Ты их бил, когда я тебе уже сказал свечнуться. Смотрю на тебя, нахуй, у тебя 200 тонн, нахуй, только в углей, нахуй.
Жизнь есть? Да, да, чё, шейф. Медведь, ты здесь? Да. А, сразу прошу прощения, просто раньше мне никто не говорил, что после перьев нужно право бежать. А, то есть в любом случае, неважно, кто на какой стороне был. Да. Я бегу в любом случае, то есть, смотри, если он, к примеру, перелетает, да, с квадрата на крест, ну, первый проход, у него по-любому идет. Как его? Дальше у него по таймингу перья. Соответственно, тебе сразу в трусы не надо бежать. Я понял. То есть ты можешь, соответственно, сам. Ну просто он обычно всегда по часовой летел, а сейчас как-то иногда вроде на ту платформу и обратно. Да, да. Иногда он так тупит, соответственно, ходишь примерно на вот такое расстояние, видишь? Все, я понял. Хорошо, всегда бегу. Стоишь, ждешь. Если не прилетел обратно на крест, соответственно, бежал. Бегу в трусы, да, все, понял. У нас, наверное, минус танк. Так. Да вон, из четырех человек любого бери. Шредер тут? На ФК. Так, смотри. Галя, ты здесь? В Одессе? Да, я. Отлагала, все нормально? Угу, нормально. Давай, врать. Окей. Сейчас я в танк спекусь. Рано. Там Живс еще стоит, мастер?
Или два из них. Есть, есть. Отлично. Сейчас спик сплю. Тык. Ну как ты зовешь Шреддера, если Шреддер вообще в АФК сидит? Чё, у нас перерыв еще или уже пуляем? Сейчас, ну здесь. Я выйду пока, чтобы банку не тратить, 14 минут осталось. Можно заходить. Сейчас. Где Джус? Вот Джус, я прыгаю. Да, я вижу. Сейчас, на минуту. Я парень, блин, спи. О, по-братски. Так, рыба стояла, рыбу еще раз поставил. Галя, знаешь по тактике здесь или нет? Ну, да, примерно. Действуй по ситуации, соответственно, если будешь слушать команду, нормально. Угу. Чек на готовность. Дим, ты сверху. Или хочешь я сверху? Давай я сверху, подвигаешь снизу. Зоил, Хазум. Давайте быстрее, блядь. Одному человеку вообще на работу, блядь, 10 минут. Еще раз чек на готовность. Лерей, Маликет, Хазум, Зоил. Чей, по времени у тебя сколько? Двадцать минут, отлично. Час приходит, эти начнем. Хазум здесь. Пишет АФК. Да я вижу, что пишет. Казум. Еще раз на готовность.
Ну, пляем без него, а потом ГП получит на уровне края. Казам, да похуй. Так, ладно, все готовы. Ну и чё, блин, где? Где это ебан? О, уж в начале. Да сейчас пока долетит, он и придёт. Не отходим пока что. Помнит кто-то этот фильм? Где пацан там мелкий нашел лампу, и там этот был джин-негр. Так он, сука, новый фильм. Не-не-не. Ебать, в новом фильме тоже джин-негр. Да? Нет. Как на готовность. Клыкач, тут? Отчет на пол. На пол не двое. Турбо МК забыл. Будем я на боссе или нет? Да. После по турбойсу дай сальву. Тело такое. Ну, специально для варов. Вниз. Блять.
По фениксам больше работаем. Фениксов хорошо бьют. 28 ганов. Доводим феникс. Стопайте. Прыгнули вниз. Прыгнули вниз. Доты добьют этого. Тёма, осторожно. Я вижу. Нектурку прохил. Как у вас, блять, на пол экрана было видно. Хорош. Ну, с АБР не вот шейпером. Слишком далеко. Сколько у него лямов? 9. 11%. 9. Стопайте поэтому. Стопайте. Стопнули. До 5% доводим, потом будем баклуши бить. Шесть уже? Семь пока. Стопайте поэтому. По фениксам стоп. Стоп по боссу. Пол стоп да по боссу. Да мы в прошлый раз 3 феникса переводили, нормально убивали. Ревостный, блядь, пропал. Стопайте по фениксу. Стопнули. По боссу стопнули, фулл дамаг, блядь. Три феникса есть. Хан стреляет. Этого доводите пока, маленького. Не спрыгайте. Ну что, стопайте. Стопнули. Доводим. В РДД в босса перевели. Блять. Дольют доты. Сколько там у него? Вниз. 50 он. С центра ушли. С центра отошли. Забирайте с меня мобов. Я поймал босса пока что. Долили этот. Веру дали, влили трэш. Все, я босса сейчас забираю. Отходи. Играем по боссу. Лужа. Метеорит в печеньку. Побежали. Мексторку прохил. В боссы или фейн мелкий? По мелким играем.
Блять, ребят, я, конечно, все понимаю. На пул давайте, вот тэшник. Забирай сомалийский. Стопнули по фениксам. Стопнули все в печеньку. Давай я одного тебе помогу. Стопнули, блять, по фениксам. Побежали. Побежали. Дал прожимку. Добили фениксов. От фениксов отошли. Этот, блядь, пламя. В воде. Сколько лак лучше? Забирай одного. Второго тоже. Печеньку. Рядом с печенькой. Переориентируемся, если что, по метке. Уже вышли. Не долейте, блядь, раньше времени. Побежали. Убили фениксов. Напиши, чтобы одного посос. Забирай одного, которого лоу хп. Забирай второго. Все в печеньку, быстро. Побежали. Долили фениксов. Служи. Одного забирай. Забирай второго. Печеньку. Побежали. Забирай. Печеньку. Шейпер, положи, не беги прямо. Да шейперу, блин, бежать. Побежали. Надо, стопните флот лишний. Добили фениксов. Лоу хпшного забирай. Забирай второго. Печеньку. Побежали. Боже. Забирай обоих. Печеньку. Побежали.
Все нормально, так оставляй. После этого последняя будет. По фениксам, блядь, играйте. Одного забирай. Забирай второго, печеньку. Побежали. Феникс одолели? Да. Играем в босс. 4%. Все по босс. Служим. Нихуя. А ру, потому что, блядь, не соблюдаете этот элементарные вещи, блядь. Поэтому не приходится повышать голос. Кому-то Энку повезло. Котенку ролим. А, у меня есть, точно забыл. Нет у нас Энха сейчас. Никакого Энха не повезло. 5.98 выкинул, дай сюда. Трей, дай. Где ты? Ты на дис хочешь? Я на ПВП. На ПВП? Ты наверху, да? Да. Бегу. Угу. ПВП тогда за 10. На дис тогда. Элрей, не хочешь себе эту пушку брать? Левую? 2.6? Это левая, это правая. Это левая. А у него правую... вроде от кистевых нет, не скалирует. У него кистевые дают 15% РП, которые у него не вкачивают. Иби, тебе надо, нет? Собирает. Не хотел, кто забирает. Так, вот Шейпер ушел, я правильно понял? Да, да. Я так понял, он уже одной рукой там играл. Из тут присутствующих кто-то пойдет на звездочеты? Котла, Шреддер, Гарема. На одного босса, дальше мы не идем. Возьми Котласа, я хочу на мага на звездочеты. Ну так и че от Котласа? Могу гореть, но еще сломать будет вам 20% медика. А 10% атака будет давать. В смысле на мага, а как же МК? А все равно его начало накидают, блин, вот так все. Турбо. Нет, я думал, не заменить. Так у вас танчик сейчас не мерено. Ну ты понимаешь, что будет срывать игру, ну хотя. Вперед. Беда, ты че? Нет, мне на пульчик нужен. Гарема, Котлас пойдет. Котлас рейд. Мне обратно уходить в Гримар. Это кто, Гарема говорил, да? Да. Да хотя ладно, пусть нахуй Гарема будет. И так за Гарема. Ладно. Прорицателя гол. Дим, трэш зачистим, потом мы тут. Ну ты имеешь в виду на ДК на трэше быть? Да, ну пока что ты на трэше, на ДК, а потом на магнит себе спрыгнешь. Okay.
А чё ты не хочешь этого Келя убивать? Времени много. Нерв у меня уже не хватает. Тём, а ты завтра будешь на трое? Буду. Убьем Лича, пойдем продолжать. Или Вайши, или... Скорее всего, Келя. С Вайшей очень плохо все. Келя изи нахуй. С Вайши надо нахуй не то, что... С Вайши надо, блядь, практика. А сколько там у этих, как его, у элементалей ХП? По 600. По уничтивых 400 столько. Мобы идут еще. И ничего, их не успевают залить до того, как они подойдут. Царь, там не только элементали. Там есть обычные гвардейцы, которых надо заливать. Там есть нечестивые, с которыми, блядь, надо перекидываться. Насколько я помню, примерно 6. Дальше стручок, которого не успеваем заливать. Так, на него ставишь 4 топовых РДД и все. Ну вот, как его, будешь приходить вовремя, тогда будем... Ну у меня работа, я не могу, блин... Ну я тебе о том и говорю. Когда у меня есть время, я вот захожу, помогаю. Из того, что было на Вайше, пока что. Потому что по ДПС мы не бывали. Хотите прикол? Вещай. Сейчас, копируем. Не хотим. Вот я бы был бы на Вайше, было бы намного больше шансов, мне кажется. Не факт. Возможно. Маргинал. Закинул общагу, в общалку. Маргинал писал, говорит, анхоликов вообще по нерфили, жесть как. Типа, анхолик сейчас бесполезен. Во фросте все бегают. В плане танка. Фрост тоже бесполезный. Ну сейчас у фроста самое лучшее с агро получается. А теперь расшифрую, кто такой Честерс. О, нихуя. Вас еще не было, гильдии. Я не понял. И чё он? Говорит, не верит, что мы убиваем в ссылках Синдруна. Просил линкануть очевидно. ГБ. Ну пусть дальше сидит в своих глобалах. Да вот это глупо, что текает народ. Они не понимают, что... А если, блядь, знает, почему он съебал, блядь. Мне хуй пиздеть во время, блядь, траев, нахуй. Пьяным, нахуй, в ноль. Он не во время траев, он на трэше там что-то говорил. Нет, он на профи тогда пиздел, блядь, на меня, почему у меня маленький ДПС, что все тупят. Вы никогда а не убьете профа. Честер? Да, один холипал, который пришел с пайдром и остальными. Походим. А, ну, в него. Молодцы, пэтов убрали, красавцы. Да я подержу. Второго загрели, хватайте, быстрее. А с ним, о, кас. А с ним еще и Роми был. Ну, молодцы, чё. А Роми, короче, свавролил в один момент, нахуй, его Личешка вторгнул с гильдии вместе с ним, нахуй. А ему кажется, что делали? Честно, надо его заходить, да? У кого там, да, это как, блять. Так, Малекет, ворон. Короче, сюда. И у кого-то еще там, блядь, воешка. Пояс у меня. Мастера. Закинешь. Мастер. Кстати. А, мастер. Че? Знаешь, что я тебе скажу? Диспел. Там слабые еще у тебя уходят. Короче. Угу. Так, давайте уешим быстро. Здесь у нас по боешкам будет, по воронкам будет. Чё-то в шмот я, блядь, забираю за ГП.
А зачем ты его забираешь? Я не понимаю, зачем ты эту каску взял? Я взял нахуй на ПВП. Господи, бесполезный. Голова. Бесполезный, не бесполезный, только меч получше будет, нахуй. С тухлого. Блять, какой тухлый. Ёбаный, бро. Суркао. Или либо слеча топорик, ну, блять. Это тоже зайдет мастерство, вся хуйня. Ты врачи. Фраки сегодня. Какой топорик? А топорик с этого сурка. Не топорик. Давайте нет. Левых. Налево все отходим. Они идут полукругом. Череп. В череп все влились. Быстро. Даже геру давать можете. Потому что все равно умрем 100 раз. Ну я дал на всякий случай прожим. Я тоже дал. Бля, еще пистолы убили. Сука, не успели. Впервые никто не упал, это как скажу. Да бля, и бурс прожал. Да потому что лохов взяло, а не милику. В МК, так бы ну мы... Ну да, там же пистолы... Слышишь, что ты лох. Все, пиздатец, опять. Да мне похуй, я неуязвимый. Бабл и камень возвращения, все. Зойл, не обижайся на 200 бродов. Когда тебя в первой строчке рекаунта увижу, поговорим. Боже, ради ТПС мерится и что дальше? А он не тебе, это наша перепалка. Стоим, ждем. Патруль. Прожимка сколько у тебя откатывается? 30 секунд. Отошли подальше, чтобы не загреть лишний. Спасибо. По черепу играем быстро. Сомалийский, дай прожимку. Да. Да, выдам отшор. Сука, не успел. Прожимку дал. Ай, сука, тучку, пидор. Станы полетели уже. Весь игроки. Что-то контролем мало делятся. Ну, да, кстати, я заметил, пофиксили, меньше стал. Там 8 секунд, что ли, или 7, я не заметил. Ну, прям вообще мало чего точно. 4 секунды тебе достал, 5 максимум. Сейчас начнем летать, да? Кто-то не знает, так. Не глупо разберутся. Это больно. Хорошо. Ну, наверное, рефлекс.
Вы выполнили мою миссию, но царь умер. Ладно, не будем. Турбо, ну огромно мне все было, тебя вымбить не должно сам. Губы. Приветствую пока. По-моему, это первая смерть такая за сегодня. Если тут меня еще диспейлили, вообще в жизнь было. Где ворон? Миша вправо, мне не двоем. Смотри, блядь, сидит так. Блин, я все ниги, хоть что-то мне попало, я вообще ничего не понимаю. Ну, ворон тебя. Просим ворон тебя. Сука, где ворон? Кто-то сраливает, стоит на обмен медвоем. Сильно хит сейчас. Прожимку дай. Сильный как хит. Вы для всех? У него страдает, бля. А Лике тоже с этим дофига чего строил. Подлец, негодяй. Ох, ты шо? Я же говорю, надо в око ходить, блять, а не в эту залупу, блять, вашу. Это сколько? Нет. 5. Нападало. 5 воронок? Кто-то откроет. Проверяй, ни одной воронки в ГВ не будет. Секунду. Блять, а где воронки? Почему они не падают? 3 штуки, пиздец. Ты типа так. Ты типа так сказал, сейчас выпадут, да? Сейчас смотри, по-любому 3 штуки. Блять, ты когда воронки выпадут уже? Ну, пиздец какой. Админы. Сейчас с этого выходит. Ну все, это, блять, годовой запас. Больше их не увидите. Кратер, закрыл бы ты ебало, нахуй, воронки бы выпали, блять. Обмен мне двое, бегу. Я так, царь обезьян, честно. Маликит. Уиби. Вы там записываете, кто воронки выкупает, если что. Воронки будут выкупаться, при том,